Хей-хо, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Ванган, поехали. Отправимся-ка мы сегодня в ужас. Да, у нас есть Акан, и это означает, что сегодня будет, ну, как бы, новый рекорд, что ли, да? Если я не ошибаюсь, то максимальный доход по волнам у нас это 45 штук. 45 волн нам удалось в этом режиме пройти, посмотрим, насколько много мы сможем пройти сегодня. Так, у меня, если честно, запросы очень большие, я хочу дойти до 100 волн. А насколько это будет реально сегодня, посмотрим, что ли. Если честно, я боюсь загадывать куда-то там наперед, и ну, лучше я уж недооценю свои возможности, нежели переоценю, понимаете? Так что стреляем, фанимся, посмотрим, что мы сможем показать и насколько это будет хардкорно или не хардкорно, я не знаю, если честно. Так. Я знаю, что мы до 45-й волны дошли, и это было тяжело, если честно. Поэтому, что будет сегодня, до какой волны мы сможем дойти, я без понятия. Но, учитывая прошлый раз, ребят, то мы раза в два, там и два с половиной даже стали сильнее. Так что, как по мне, я думаю, результат должен быть заметен в любом случае. И я желаю его видеть, если честно. Так, мы ведь не зря же вместе с вами тут вкалываем днем и ночью для того, чтобы прокачать нашего персонажа. Так, отстреливаем, отстреливаем по максимуму. Да, я знаю, что я стреляю куда-то там вслепую, но какая разница? У меня как бы АК, он стреляет довольно-таки далеко, поэтому я могу себе позволить пострелять даже вслепую, понимаешь? Да, я не спорю, я могу, конечно же, промахиваться, я не ворошиловский стрелок, но, тем не менее, я думаю, что ну, процентов на 70 я точно попадаю, а 70%, ну, блин, это очень даже неплохо, я вам скажу. Так что меня такой результат более чем устраивает. Так, вот видите, они же там откуда-то все равно идут, почему бы и не пострелять лишний раз? Мне кажется, оно того явно стоит. Так, хорошо, давай, давай, давай. Раз туда, по полуобойму высаживать, и все будет хорошо. Так, я жду скриншотов чувака, который прошел 1000 волн. Бро, скидывай мне скриншоты в ВК, если это вправду так, если ты прошел 1000 волн, сделай скриншот, скинь, и я сделаю тебе видеоролик, бро, я тебе обещаю. Так, этот видеоролик будет тому доказательство, что если будет такой скриншот, то организуем. Хорошо, выносим, выносим, выносим. У нас только 13-я волна, ну, в принципе, и напряга-то никакого нету. Но хотелось бы, чтобы они шли немного быстрее. Да, кстати, интересно, смогу ли я накопить денег на новый автомат. Это было бы очень круто, если бы мне вот прямо за эту катку удалось бы насобирать. Хотя, я думаю, если мы в натуре пройдем 100 волн, то мы более чем сможем себе это позволить. А это уже хорошо, понимаете? Это очень хорошо. Так, ну, у меня 336 хп, и даже паучки пока что ко мне не могут дойти. Так, а это уже что-то, да. Потому что в прошлый раз именно пауки приносили мне в основном все неприятности, понимаешь? Поэтому хотелось бы их убивать сразу же, а не давая ни малейшего шанса добраться ко мне. Так, тихо, отвали. Так, хорошо, что идут хедшоты, и прям они в последнее время довольно-таки часто идут. Все благодаря тому, что я прокачиваю свои кольца, кольца у меня добавляет критический урон. Ну а критический урон, соответственно, это очень круто. Так. Еще бы чуть-чуть, и эти настырные камешки смогли бы ко мне подойти. Чего бы мне, конечно же, вообще не хотелось бы. Так, тихо, тихо. Все под контролем, работает Уанган Борода. Хорошо. Отлично, мы с легкостью с ними справляемся. Пока что, по крайней мере. Так. Это только 20-я, правда, волна, и я даже не приблизился еще к своему старому рекорду. Слышь, скотина. Задамажил немножко, это прям обидно было только что. Так, на такие случаи нужно кидать под себя мину, чтобы
не париться, если что. И можно было сделать шажок или два, или даже пускай меня просто отбросит. Я думаю, одна мина мне много ущерба не нанесет, а вот ему будет явно неприятно. Кстати, ребят, мины бы тоже надо прокачивать, так что вы не ленитесь, если что. Потому что они в дальнейшем вас будут очень даже выручать, поверьте мне. Так, особенно когда играете против хорошего такого босса, несколько мин в запасе вам явно не помешают. Тем более, что меня они не дамажат. И вот я смотрю, каким-то образом я даже умудрился восстановить свое хп. Серьезно. То есть, смотрите, опять фуловая. Я так предполагаю, что где-то у меня то ли регенерация стоит, то ли вампиризм. Я даже, наверное, не заметил того, что я поставил где-то или реген, или вампиризм. Это очень круто. Вот видите, сейчас меня мина подстраховала. То, о чем я вам и говорю, что... Вот, и мана, кстати, тоже респавнится. Вот я смотрю сейчас. Так, это очень хорошо. Ну и хорошо, конечно же, то, что твоя мина тебя не дамажит. Потому что я вот сейчас, если честно, беспокоился по этому поводу. И что-то я думал, что... будет идти дамаг по мне от моей же мины. Так, также респан мины ускорился тоже на несколько раз. Я вот замечаю. Мне прямо таки стало интересно, что же я там сделал. Из-за чего у меня теперь идет, ну, реально ускоренный процесс всего. Это реально очень круто. Нужно будет разобраться потом. Видать, какое-то колечко или еще что-то в этом духе из последнего. Кстати, возможно, это носки. Если я не ошибаюсь, я выбивал в прошлом выпуске носочки. И, возможно, эти носки как раз таки и добавили мне каких-то крутых плюшек новеньких. Так, тихо, вот видишь, сейчас хоп, и подстраховала меня мина. Так, вот это то, о чем я вам говорю. Что в любой непонятной ситуации мина вас спасет. Причем мана у вас тоже респавнится, поэтому почему бы не потратиться. Так, тем временем, ребят, мы уже дошли до вместе с вами 30-й волны. Так, пока что мы, в принципе, уверенно держимся, без каких-либо напрягов. Я, грубо говоря, стою в лужице на месте и даже не двигаюсь, понимаете? Потому что, ну, в принципе, я не вижу в этом никакого смысла. Они, как бы, ко мне не доходят, и я с легкостью с ними справляюсь. Ой, что-то я в никуда только что обойму выстрелил. Мне прям обидно стало. Ребят, не повторяйте этого дома. Никогда не делайте так же. Потому что я уверен, вам не все равно на то, как вы стреляете. Понимаете? Вы же не я. Поэтому не нужно так делать. Тихо, засранец. Ой, как красиво меня перебросило. Мне прям таки понравилось, слушай. Прям за спину пауку, и я с легкостью его вынес. Так, ну что, 35-я волна, вот тут уже посложнее, они начинают двигаться еще быстрее, чем двигались до этого. В принципе, в этом и заключается вся их сложность. Поэтому нужно быть предельно осторожными и, конечно же, не попадаться им. Так, хорошо, отстреливаем. Так, тихо. Ой, какой хороший хедшот. Так, вот так вот, видал? Опять-таки мина меня в очередной раз спасла, потому что выбросила именно за врага. Так, тихо, пробиваем себе путь, бро. Давай, хорошо, немного меня поддамажило сейчас, я прям разочарован. Черт возьми, это плохо. Надо бы разобраться с ними, да, друзья? Так, хорошо, уходи в никуда. Давай, засранец. Так, на мину тебе хочешь? Правильно. Прям на мини полег. Так, бывает, бывает. Ой, что-то мана просела, смотри. Да. Уже на минах особо сейчас не поиграешь. Зато хп респавнится быстрее, чем мана. В принципе, хп будет поважнее, поэтому, я думаю, мы как-то переживем с вами. Так, 11 тысяч уже нафармили. Так, это хорошо, это только у нас 40-я волна. Так, в принципе, почти то же самое, что и в прошлый раз, если я не ошибаюсь. Так, учитывая то, что еще впереди 5 волн, я думаю, то на то и выйдет. А в прошлый раз мы купили АК. Это означает, что мы нафармили тогда 15 кусков. Именно столько стоит наш калаш. Поэтому что-то мне подсказывает, что мы уверенно идем и делаем все правильно. We'll be right back.
друзья, мы на 98-й волне, мы в двух шагах, так сказать, от нашей цели. Так, 40к уже нафармлено, 24-й левел, офигеть, просто жесть. Так, ну что, последний рывок, ребят. 100 волн, и как мы видим, это для АК-47 не предел. Для полного фулл прокача 100 волн не предел. Как вы видите, мы с легкостью их прошли. Это не составило никакого труда. А вот идет 101 волна. Ну а мы сливаемся. Да. Сливаемся лишь потому... Потому что была цель у нас на этот ролик 100 волн. Мы это сделали, друзья. Если вы хотите увидеть прохождение 1000 волн, ну ладно, давайте для начала 500 возьмем, а дальше уже 1000. Пишите об этом в комментариях и ставьте пальцы вверх. На этом все, с вами был Борода. Пока-пока.